бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлией в марте, выписали из больницы. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии, передает в пятницу, 18 мая, Reuters. Фантастическая новость, Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу Солсбери, говорится в сообщении управляющей больницей Кары Чарльз Баркес. Куда именно отправился бывший шпион после выписки, не уточняется. Ранее сообщалось, что мужчина идет на поправку и его допрашивают детективы. Их интересуют его поездки в Лондон, путешествия за границу, а также ежемесячные встречи с предполагаемым куратором из секретной службы MI6, MI6. Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. Женщина пришла в себя раньше, ее выписали из больницы еще 10 апреля. Сообщалось, что она находится на некой военной базе. По данным Лондона, отца и дочь отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинение. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.